Друзья, доброе утро. Я с друзьями на берегу Боробойского водохранилища. Его площадь достигает 3071 гектар. Глубина 7 метров. Воду закачивают с Днестра и орошает 12 тысяч гектар земель. О, удача. Я начинаю с воблеров и тейлспиннеров. Юра и Сергей ловят на флагмановские виброхвосты Mystic Fish Fat 2 дюйма. У меня под берегом окунь, у Юры на дальнем забросе щучка. У Сергея цепляется судачок. В обед перемещаемся к сливу. Воду не пускают. Тишина. Едем к насосной. Пару щучек, пару судачков и несколько окуней. Пробуем на глубине. У меня на тейлспиннер цепляется судачок. Вечером слышим шум воды. Передвигаемся к сливу.
начинают появляться рыбаки. Вовин Наган на флагмановский слах Хитоми 1,6 дюйма. Несколько судочков, пара окуней и щучка. Рыба оживает, но мы вымучены жарой и не остаемся на вечерний клев. Выводы. Жарким днем можно ловить хищника на Боробойском водохранилище. Щука и судак на дальнем забросе. Окунь поближе к берегу. На троих два десятка судочков, окуней и щучек до полкило. Активация клева на дамбе при пуске воды. На следующее утро наш знакомый хорошо половил окуня. Всем ни хвоста, ни чешуи.